вот 25-килограммовая машина с чисто аналоговым управлением. Вот. Сливом в канализацию. Вот. Вот здесь вот идет аналоговое управление всего этого. Тайминг, задержки, переключение фазности. Это направление двигателя. Общий выключатель. Ну и стандартно, вот они, сетевые фильтры, конденсаторы с резистором. И система вот двойной ременной передачи. Вот она. Вот. Есть машинки немножко меньше. У них, в принципе, управление почти такое же. Вот он. То же самое, стоит таймер, реле переключения и реле, которые меняют, вот они, фазность двигателя. Общий выключатель, вот он, и две реле, которые отвечают за нагрев тенов. Также, вот они, высокочастотные фильтры. Центрифуги. Вот они еще крутятся. Двигатель. Вот так вот эта штука тормозится. Все. Вот одна. Вот. Вторая. Ну, в принципе, все.